Приветствую вас, друзья! Меня зовут Татьяна Булгакова. Мы сейчас с вами установим программку. Она называется «Утилита Курейт», которая поможет нам удалить вирусы с нашего компьютера. Для этого мы в поисковой строке пишем запрос, можно по-русски, «Скачать доктор». И мы можем не дописывать наш запрос, нам уже есть подсказка. Скачать доктор Веб Курейт. Мы кликнули, и открылась поисковая выдача, где нам предлагается официального сайта. Мы ищем именно официальный сайт. Скачиваем данную утилиту. Переходим на официальный сайт. Кликаем по кнопочке «Скачать бесплатно» и еще раз «Скачать файл». Нам предлагают сохранить файл. Кликаем по кнопочке «Сохранить». Наш файл скачивается. Откроем загрузки. После окончания нам здесь будет выдана папочка, куда скачан будет файл. По умолчанию здесь в браузере в папку загрузки идут закачки. Мы можем или перейти в папку, открыть папку загрузки, либо прямо с браузера запустить данный файл. Вот у нас программка скачалась. Мы можем двойным кликом левой кнопкой мышки запустить скачанный файл, либо открыть папочку с файлом. Браузер мы можем уже закрыть. Открываю папку «Проводник», иду в загрузки и ищу мой скачанный файл. Вот он. 4 ноября 2016 года, размер 137 мегабайта. Отсюда запускаю двойным кликом. Запустить. Закрываю окно проводника и жду, пока здесь появится моя программка. Кликаю «Я согласен», «Продолжить». И мы не кликаем на эту кнопочку «Начать проверку», а кликаем «Выбрать объекты для проверки». Далее открывается окно объектов проверки. Мы кликаем по верхнему чекбоксику «Объекты проверки». И у нас все, галочки все проставляются на все объекты в компьютере. Щелкните на кнопочку для выбора файлов и папок. Открывается окно обзора и кликаем в верхний опять чекбоксик «Мой компьютер». Помечаются все диски, все, что находится на нашем компьютере. Мы кликаем «Ок». Вы, конечно, можете снять какие-либо галочки, но я рекомендую проверять все. «Ок». Далее мы идем. Вот на зеленой полосе есть такой гаечный ключик. Кликаем по нему. У нас открывается окно опций. Кликаем «Автоматически применять действия к угрозам» и «Звуковые сопровождения событий». И идем на настройки. Здесь переходим в действия. У нас открываются кнопочки. Их тут несколько. На конце каждой кнопочки черный треугольник. Открывая каждый треугольничек, кликаем «Удалять». На каждой кнопочке «Удалять». Все кнопочки мы поменяли на «Удалять», кликаем «Ок». И вот теперь запустить проверку. У нас идет проверка. Вверху, в
время запуска у нас проставлено вот здесь 17:10:46. Мы запустили программу. Далее идут количество проверенных объектов, файлов. И ниже будет у нас отображаться вирусы, какие были найдены угрозам утилитой и удалила ли их утилита или нет. Я не буду дожидаться конца проверки, я нажимаю стоп. И вот по окончании проверки у вас выйдет вот такая галочка зеленая и отчет. Допустим, обнаружено 10 вирусов, обезврежено 10 вирусов, то есть удалено с вашего компьютера. Все, мы можем закрыть на крестик программу. Все, таким образом мы спасли наш компьютер от вирусов. Всего доброго! До следующих встреч!